Калибри Арт представляет. Привет! Мы с Аней сегодня собираем такой интересный пазл, слонов собираем. Вот, вот такие слоники деревянные. Аня играется слонами. Вот какая-то часть от слона. Вот, Аня уже сложила двоих слоников. А вот малыши. Куда малышей? Давай. Не вставляется. Не вставляется? Да. А если постараться? Положи тогда их. Я вот еще детальки собираю. Так, что же у нас получится? Даже не знаю, на колеса какие-то похожи. И вот еще колеса. Деревянный пазл такой интересный. Вот еще это как кабина от чего-то. Это, видимо, окно. Аня мне мешает. Играет. Вот какие-то тут детальки собрала вот сюда. Только что это, я еще сама не знаю, что получится с этого. Так, нет, не подходит. Может, наоборот? О, наоборот подошло. Интересно, что это? А ну-ка, это, наверное, поезд. Вот сюда. Может, подойдет? Подошло. Вот такой поезд получается деревянный. Давай, окно. Окно, давай. У поезда теперь будет окно. Надо покрутить его, перевернуть. Нет, но пробуй. Есть, получилось. А вот такое что-то крупное. Что это может быть? Может, это колесо у поезда? Не подходит. А вот так вот подошло. Откуда эта запчасть? Не понимаю. Может, эта запчасть вообще отсюда? О, куда же она соединяется? И, наверное, вот так вот. Вот такой поезд получается. А вот слоны. Тут, наверное, вагоны. А вот слоники. Наверное, сюда сейчас их как-то. И вот слона, может быть, сюда. Вот слон. Вот еще один слон. Этого слона, наверное, как-то так. Вот. Вот, так, вот такой у нас вагончик. И два вагона со слонами и паровоз. Такой чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук едет. А что там у тебя? Давай это семья слонов, наверное. Давай сложим. Аня складывает. А давай их положим сначала. Так. Малыш, сюда, не сюда. Или... А, сюда. И вот еще. Давай, Аня, вставляй слоника. Куда он должен подходить? Я думаю, может, сюда все-таки. А не сюда, не? Ну, у меня, видишь, получилось. И вот из этого деревянного паза вот семья слонов. И вот два вагончика. Один вагон со слоном, второй вагон со слоном и сам поезд. Интересный пазл. Подписывайтесь на наш канал Калибри Арт и ставьте лайк.